и просто зажжешь ее, он записывает игру тебе. Че, ты там доску подсчета потом вывесишь или че? Да я просто зачем тебе потом нужен? Слышал, есть реплей. Фига опасный фестпик. Фига нам дай маты был. Ты я пробовал его в воды, Генш? Нет, я вообще не знаю, что он делает. Попробуй. Я его не пробовал ни во что, и у него нет. Возьмите Шена. Я себе Жанну пикну. Иди, значит, что я слышал, что он раньше. Шена сейчас. Это он там какой-то, по-моему, кривой, там, не знаю. Дарин, если там будет Владимир Кинен, зачем тебе Шен? Чё? Кем ты будешь? Я хотел Жанну. Сыкнулся, там будет Владимир Кинен. Все, ладно. Фанский дыма, я понял. Тут нужен Варвик. Какой Варвик, Дарин? Варвик и Басман спидал. Дарин. А, это? Это да, окей. Чего Варвик? Муспид Варвиком, ба, Дарин. Чё за Муспид Варвик? Жанна Варвик. Это нормально, что в следующем патче КС1 режут? Да. КС1 вообще надо нахрен убрать. Мы ж его баним. Да, мы ж его баним, блять, поэтому режет. Не, он реально такой говно. Какая шарика, не банят КС1-а. Если он отожрется, говно редкое, но в то же время он может быть реально говном, если даже не отожрется. О, Ксинжа у меня. Да ладно! Да, его меняет лапой жестко. А он-то знает, это он знает, но притворяется. Да, я знаю, я не это, притворяюсь, он просто этого, совсем он не пришел слов. В эту конфу и с этого начал. Я тут не был. Или кто-то я с этого точно что-то говорил там. Может, не даймонд был? О, Gold per 10 наконец-то показывается, сколько голды заработали. Это самое важное обновление. Сколько знаешь, сколько заработал, ты их покупать не будешь. Представляю, с этим патчем Снупи такой, бла, чё-то... Я вообще знаю, что на их пик, я знаю, последние два пика будет Кинен Владимир. Давай забираем их просто. А да, кстати. Да не. Вообще можно Владимира забрать, а Кинена оставить. Да, составляй обоих, чтобы будем против них учиться. Давай, на скиле просто, блин. Да, вот такой саппорт просто. Пикайте дабло. Чё, пикай блицкранка своего против Сараки. А что я знаю, что против Сараки нужен, блядь? Просто Тристана этот, Варус. Тристана Варус? Да, блядь. А ещё МФ, да? Плут тогда ещё МФ, короче. МФ-ку в лес. Не, понимаешь, Тристана Варус. Один опрыгивает, второй там дает просто... Кстати, там МФ-ки Ешку поднимали, надо с ней попробовать поиграть. Ты видел МФ-ку? Это что, Реджинальд, на таком парне играть? Я не верю. Как тебе сказать, Алекс? Играет? Вон тебе, на таком Реджинальд играет. Вообще, ренегат это Одван. Хаос у них рейджады, а вот там, я смотрю. На Ноктюрне просто будет кушку закидывать. Насилие сейчас, а именно взять этого Шена и все. У них будет 4 глобала, 5 глобалов. 5 глобалов, Дарин. На тебе, Малфит. Чё, Владимир дарил? Дарин, кто там? Как камни съедает на топе? Юрик. А не, подожди, здесь. Владимира Ноктюрн контрит. Не. Вы уверены, что это не вылетел парень? Да. Не знаю, но мне никто ничего не писал. Как вы слышите, вылетел я знаю одного парня, который на фарм поставит, Дарин, только Ирелия. Только хардкор. Что, Джакс? Он ли Ирелия, он ли хардкор? И чё ты мы что, на 10 давно не делал? Жакс. Голосую за Жакса. Жакс против Малфи. А, Василий, если чё, я знаю, вот этим парнем вообще выживает в любом случае, бля. Этот парень, блядь, я что не видел, просто контракт. Дарин, давай пикай Валибира, медведить будем. Медведить? Дарин, давай чё? Вот это вот трудомагом, который притягивает, как он называется. Дариус? Да, Дариус. Все равно не очень. А вообще можно этот, ахри. Ты? Дарин, а если там будет черный слотоп, что будешь делать? Чё, короче? Вообще надо было Кинена брать или Владимира, на самом деле. Не знаю, почему мы так это. Владимир Корова против Ноктёрна. Владимир Хирова против Ноктюрн. Кинан, это уже к Дарину. Даил! Кэмпи бот!
Конечно. Если смогу, я приду. Ты всегда так говоришь. Надо было просто брать какой-нибудь насос и насасывать. Да, кстати, реально надо было насоса брать. Ну что, новая контра молбина насос? Насос да. Говно сбей. Ну вообще он ничего ему не сделает, но он будет стоять и кушку насасывать. А там, блядь, нет. Там я думал, нужно минут 30 тоже не пробьет. Свободного, чтобы быть сильным. Что там надо, Даймонд? Насосу минут 30 свободного фарма. Против ЦЛГ так не понимаешь. Да не, если его на самом деле не трогает изначально, то он легко нафармит. Если он изначально как-нибудь начинает рели, ты... атаковать. Вообще, я слышал, что ты к Малфиту подходишь, он ешку дает, и ты больше не бьешь крипов даже. А нет, да, забей, может, ты подходишь, один хит делаешь и уходишь, ты так никого не бьешь. Ты подходишь, делаешь хит, там черный такой ууу вылетает. Надо было Малфита брать. То есть это вообще. Не, надо не Малфита, а... Надо такой своей таверки классно крипов задать. Только нас хреново играть против Сараки, он просто ее не переносит вообще, блядь. Ой, Сараку никто не переносит. Собирает армор до хуя. Да прикинь, как вообще играть, блядь, в насоса. Вот Ирелии вообще похуй, блядь. Что собирают? Кстати говоря, вот против них них твисты да фаши, можно еще этих какого-нибудь кипятильника брать. Кто это? Кто? Кипятильник очень сильно проседает против Нашора. Кто такой Синджет? Нашор кипятильник вообще ноль. Ну, вот эти парни, я не знаю, играть опять же за шу против кипятильника, который просто рвается через пятерых, это очень больно. Против кого, блядь? Да Сингит кто, блядь? Она, когда ульту вырубает, он закипает. Единственное, зачем он нам нужен, конечно, это немного, да, глупо, но когда такие парни, то можно попробовать. Кстати, да, это заебись план. Просто нафиженные такие... Единственное, правда, ну, хотя корки норм вообще. Единственное, нам не нужно в команду будет тогда вот типа аши какой-нибудь тоже. Иначе мне будет хреново, потому что где-то убежит, а я останусь. Не-не, Сингит реальное говно. Ты так подумай, если чё. Сколько за него играл, но он, как бы тебе сказать? Он такой, не знаю. Он кипятильник? Да, конечно, блядь. Он не дамажит, но он вытягивает парней и заставляет драться. Ещё как сказать, не дамажит. Как Мунтуо, кстати, какой-нибудь тоже он. Как он заставляет, цепляет и фигарит. У Мунтуо ещё иногда дамажит просто Генш. Не, он тоже заебись дамажит. Слышь? Вот это жертва аборта. Не знаю, не особо. Он, ой, кстати, рядом с Саракой стоит. О, отошел от Сараки. Оп, подошел. Сейчас если планка проще пробить полива. Я там просто в зале же шакалов каких-то. Слышь, Данила, видишь, вообще нет флеша, давай пиздуй вниз, шакал. Посмотри. Я себе забузил, плюс 5 атаки, плюс 5 АП. Все, вообще не открыто. Даймон, твоя стая, твой этот, Даймон. Все, кого он бил, он не бил никого. Так, и на бот скорее всего. Алекс, он не бил, Генш, он не бил меня, он этот, какого там, Валеем пробил. Так он не бил, ага. Какие-то у него есть. Вообще, я думаю, они пойдут голем фармить, но крита не будет. Нет, понятно, я имею в виду, голем сложнее будет забрать. О, нихера, слышь. Нифига все таймингово вышло. Да я вышку нажал на рандоме каком-то, когда они еще не появились. Вообще пиздец. Мы знаем тайминги невидимых крипов, да. Вообще, я говорил, я же не верю, что крипы невидимые вначале. На ТС-9 появляются. Не, они вообще в 40 появляются невидимые. Ну 40, значит. Что-то такое, короче, там секрет какой-то есть, опасный. Есть секрет, что они появляются невидимыми, да. Секрет, блядь. Это вообще, я думаю, это я слышал, такое есть, как лак. Что они все левел не получали. И сколько Сарака вардов потратила? Один поставил только сюда. Может два она потратила? Два. И еще куда-то поставил. Сейчас она хочет еще поставить один. Сейчас она разводит нас на что-то, не знаю, на что. На он смерть? На свою смерть? Она смерть когда уже. Она нас разводит. Вообще, я думаю, что она нас разводит. Ну как бы такой бред делать. Генш, убиваем. Осторожно, там на черно же можно. Да Генш ударь, блять, ее, сука! Пиздец, я тяном крипа бьет нахуй! Два раза крипа ударил. Ты чё? Что-то я один раз крипа ударил, держу. Ну да, я не знаю. Мне показалось, второй тоже крипа бил.
Пиздец, чё, ну просто промахнулся и ударил крипа, ну и чё? Ещё, говорит. А то как будто что-то прям случилось бы, ну, она аж тебя целую автоатаку сделала, кошмар какой. Ну, да блин, себе успокойся, ладно, бывает. Ты так бы гуртишь, как будто, ну, промахнулся, что сделаешь. Всё, Генш, Левай из Лиги Легенд, ты промахиваешься. Рин, разберемся с Петушарой? А, конечно. Жди. Блять, Франк против ТСМ 2-0. Гоу. Да блин, че? Блять, я вообще застрял, пиздец, дай мне охуеть. Тебе протолкать? Нет. Че, нам сейчас бы лесничок бы пригодился, да, очень, да, очень. Лесник пойдет сразу там. Может, мы сейчас просто через крипов, если пойду, мы их, скорее всего, не убьем, а... Мы справимся, они меня сильно насыют, а у меня хилок нет уже. Верин, осторожно, Тима, в чем может быть? Сейчас стоим, блин, чё? А видел к нему здесь никак-то? Нет. Ну, надо как-то это, не знаю. Играть через минуту. Да что крипы скачут, пипец. Я на низ хочу подойти. Я подхожу. Ну, они куда-то ушли, я не знаю. Нет, всё, я ушёл. Ушёл, Ваня. Вард пропал только что. А, вон ТФ там спалил тебя, Алекс. Нет, там вард стоял просто. Ещё, Данил, у них вард тут стоит. Ты этот, можешь... Выходи отсюда сразу, короче. Я успею притянуть, думаю. Станы немного поближе. Слышишь, нет? Пипец, конечно. Так. Ты там шакалишь просто в райтов. Дворда нет. Так, я спалил Ноктюрн. Ты забрал большого у него? Да. Слышь, развел на вард. Так, кстати, здесь как... Ноктюрн с вардом Питер, и... Питер, я к вам не приду, так что осторожно, к вам Ноктюрн нужен. У ТФа через минуту шестой. Затаймил. Шестой был? Шестой был, затаймил, да. Ну там это, через две пачки. Чёрн тут был. Единственное, что он может бэкнуться сейчас после этого. Да заебало на флеше уже, пиздец какой-то. Что без флеша? Ну, хочу с кого-то, он на АФК просто, он что-то нажал, стоит. Да не, он как бы ударил крипа, отошел, ударил, отошел. Он не отошел, он стоит, понимаешь, именно что он не отошел. Все, Чак, я с ним дуо играл, играю 15, он всегда так играет на самом деле. Он любит на это, на стоп нажимать. Да-да-да, он бьет и нажимает. Темба. Сейчас на самом деле думаю, что он вылетел, может даже его не бить. Может реально прокатывает. Смотри, там сзади пидорас стоит. На дайв, походу, я бегу, конечно. Конечно, Эдвард стоит, и в эту Эдвард стоит. А, я вижу. Че, меня флеш через 30 секунд? На. Сейчас надо через лесник опять знать, а там... Или там еще ТФ на меде, шестой. Нет, еще пятый. Ну, по таймингу сейчас получит. Затаймил просто. Еще он там, Генш, он с Heart of Gold, как я. Какая разница, он придет, застанет, больно будет. Ну, как минимум знать, где они. Там, значит. Давай там гоняй его. Все, они куда-то пошли. Сурендер писать, наверное. Проблема пошли. Сурендер писать, наверное, Генш такой очень тролль. Эдвард пропался, Генш. Брат, что они делают? Вниз, вниз, ТФ. А тут нечего ловить, мы уже стоим далеко. Это без шансов, я не знаю, не с ним понят. Ну, они не... Они могут убить только меня, они меня скроют. У меня 1300 хп там вообще, блин. Есть только с Ноктюрном. Слышно, там фризит, лайн как сука. Да ничего он не фризит, он просто крипов не может отпушить. Это маленький. Фризит просто, блядь. Да я смотрю, что-то он. Я слышу, что фризил, дерьмись. Чё он там уже в углу жмется обычно так ходит лайн. Ну он так он. Чё, черный на это на синем бафе? Бля, да, ствар идет ставить, жалко, что не было. Где эти куски наши? На нас бы налетели сразу. Не бэкнули с големом формату. У Ноктюрна, кстати, нет еще шестого. Там у нас вражки вот лайм помню. Всегда ему, если не полетят, то полетят на меня. Забирает голема, приколец, забирает голема, приколец. Не, он они идут. Ну давай, сюда иди. Я у меня, поэтому я сейчас приседаю, так что. Ты не особо там прям. Да слушай, да нет, надо так спать.
Че, на пятый левел где-то реально лесу нафармила, слышь? Че, мы их сильно не звонили, все равно. У меня Игнайт здесь. Как бы тебе сказать? Я сейчас, короче... У них красный есть. Нет, мне надо 175 голд надо. Да, вообще, не 175, немного больше. Короче, 520. Наверх, ну, наверх, наверх. Можно драться. Где не бояться. Здесь варда нет. Вот здесь варда нет, всё. Стою тут. Олег, а слышишь, у них варда нет, это все, это пиздец, короче. Я стою герой, что тут ждут. Они, кстати, вам могли пойти к вам. Две сучки наши. А, они давление сформят. Да не, я сейчас сюда принесу, ультой. Да. Вот она, вот она. Прыгай она без слыша. Мочи, сука. У меня ульта появилась. На, убегай, убегай. Убьем еще. 5 секунд в граб. Сука, ой, хороший. Бигуан ему в рот суй. Могу дракона затанчить. И полечить. Давай, блядь. Ешь, ешь дракона, почти. Да забей, а, дар. Блин, очень бокнуться надо. Очень бокнуться надо. Кстати, я сейчас, если я сейчас не бокнусь, я вроде потом не бокнусь. У меня, кстати, этот сейчас ультат, кайцем до пассив поебашь все. Молния не оп. Норм так залечил. Ман на оту нет, но пассив поработает. Пошли. Я сейчас просто уже возвращаю, да, они уже стоят, а если я сейчас забирал, я бы долго возвращался. Так, все, у меня есть Oracle, короче, гейм просто пиздить их. Осторожно. Там просто варды ломаешь и скрываешь им лица. Кстати, там Сарака без слыша. Надо, не знаю. И без экзоста. Юзал экзост, да, Данил? Аша. Да, да. Там и экзост, и хил юзал. Да, хил я видел, что экзост не делал. Фигенш там просто закупился жестко. Что у него синий баф висит, блин, пиздец, просто. Оно в третью ветку, в принципе, прокачивает. Блин, закуп, конечно, это ТФ, а это пипец. Дарин, осторожно, к тебе сейчас ТФ пойдет, скорее всего. А? Они это, они в лейт. То, что у него нет маны, это нормально? Фигенш. Так не дым, у них сейчас рак, не хорошо, сейчас голд перфайф идет. Вообще это пиздец, а. Когда так рано урокол покупает, это ад вообще. Потому что на фарму они не предвидятся в ближайшие 5 минут. Какие там дольше не будет. Все, ну, молния не буду пиздить твоих крипов. Там только голд перфайф и стейф прилетит, можешь что-то изменить. Кстати, я могу на мид прийти, подгангать. Не делать нехуй все равно. Они думают, что я в кусте стою. Варды прочекаю заодно. Я урок. О, Дарин, там идет жир. Куда, тебя? Куда? Да. Да, у меня. Забей, забей, Даймонд, забей. Отдай тавер. О, вард нашел. Алекс, вард сломал. Может на низ идти. Захочешь. Слышишь, Алекс? Слышу, слышу. Братиш, да не-не-не, сиди сюда. Оп. Может следующий пропушить не будет нафиг. Воруем. Оп. Иду вниз. Сзади обхожу генш. Игнать 10 секунд, как раз добегу, и игнать будет. 5 секунд играть. Давай, 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 давай. Давай, Сараку, Сараку, у него флеш из этой. Да я все еще мес. Он без ульта. Оп, пизди его. Хорош. Тефле. Как? О, слышь, тут вард поставил. На чёрт внизу, пацан, на чёрт внизу. Или нет? А, тут был вард. Да. Не, вообще он должен быть внизу. Выходку забрал недавно. Можно задавить ему сейчас. Го, ударим. Маша наверху вообще. Она без стрелы, она без стрелы, она без стрелы. У нее вообще ничего нет, у нее нет ничего, все что. Ой, а что за? Я убил, я убил. Там ТФ еще идет. Я тоже бегу.
Сори, сори. Тут Т сзади, да, нахуй. Тут Т, тут Т. Ой-ой-ой, нихуя он. Слышь, что, мы убьем его? Подождите, подождите, я иду, подождите, я иду, убьем. Ты что, он дебил фащекает так? Синий баф, Данил. Че, заберешь с майтом? Я уйду на. Данил, дай мне. Да у меня есть оракл, хули ты чекаешь, блядь. Дай мне синий баф. Все. Я утонул зачетно, конечно. Генш красный забери там. По идее, должно появиться сейчас. Почти спас. Иду, бегу вниз. Я шу просрал, могу сейчас шу забрать. Что-то я даже не подумал, что она быстро придет. Малфит на мид, малфит на мид. Тут вард постоянно. Тут этот парень идет халявный, слышишь? Иди, блин. Да, да, блин. Саньяш, там еще аша, там сейчас еще аша придет. Ин малфит, если придет. Давай, придет. А, уходи. Уйдешь? Ну, скорее всего. Через стенку. Нет, это Малфит это. Там что, Малфит? Могу это. Блин, чего? А, блин, Дрекар. Бля, чё я через не смог флешнуться, пиздец. Ты ебанутость какая-то, блядь. Я в стену врезался и дальше, ну, вперед флешнулся. Пизда. Как эти риоты меня бесят, блядь. 100% уходил. У меня они в пятером даже не пропушат, поэтому... Как я тэфа поймал на секунду? Вообще там я же невидимые карты, их не видел просто. Ну да, я как бы, я понимаю, что их не видел, но я даже как-то... Пошли на низ. Че, да я же далеко, не знаю, ну да, он с краю кинул, но сюда кидал. Ну а что они ушли? Они не ушли. Они могут только вперед уйти, а там корпер идет. А кстати, без ульты аша, блядь, должна быть. Слышь, дайте ассист корки. Пуски. Забей. Какая разница, зачем? Деньги? Лучше одного ассиста. Деньги, как бы они все равно. Деньги такие же будут, потому что шваны или я меньше получу. Ну да, когда 2 плюс, пофигу. Дарин, мисс, ты. Дракон там. Ой, что-то я проебал. Пошел на дракона. Он появился 3 секунды назад. Пойдем, дай мы заберем. Пойдем, у меня с майта нет, правда. Да похуй. Вообще не очень, но... Я думаю, заберем. Они не знают. Еще притяну на черно, видим. Вон Ци идет. Что, сучка, иди ко мне. Он не сюда. Подкрысил, блядь. Вообще не ел, сколько уже на кафе. Я через миникар сдыкнул, ударить их. Не знаю. Кстати, Данил, тут вард есть. Да? Да, 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 да. Не, вот иди вперед, иди дальше, дальше, вот тут, вот тут, вот тут. Крысоварт какой-то, да? Нахуя он нужен, блять? В смысле? Они там вниз гангают. Вообще тут видно, как пробегаешь, но ты не. И 40 убегаешь, тут не вот тут именно не паришь, где он. Кто там вард стоит? Янш. Вкусил фишку? Я вижу. Я тоже вниз бегу. Малфит вниз. Это моя. Только ничего типа тавер под второй. А Малфит может прийти. Ого. Бля, нифига. Что-то многовато дэмэджа. Дай мрезу купить. Пойди, я... Хоть миссион устал. Мне еще секунды до ускорения. Фига, они что творят? Я подхожу, если что. Там Малфит придет, Даймонд. Даймонд, там Малфит, он тебя байтит. Это же зря, зря, наверное, притягивает. Они не знают, что тут они не могут... Малфит на меди, Малфит на меди. Малфит на меди, да, окей. Все, они что-то знают, на самом деле. Как-то они довольно странно играют. Я ничего не знаю. Не знаю, глядя на счет Аши и Сараки. Логин. Не-не-не. Да, чек не кусты, да, он может не один быть. Один? Да. Давай фейч. Че ты зря отошел?
дальше уже не имеет смысла. Да ты бы побежал, мы бы добили тебе дыхание, так я под это. У меня вообще ничего не было. Давайте я сейчас иду, можно пиздануть их. Хотя Малфит идет. А вообще Малфит. Малфит на низ. Я играю в этот фармило. Нет, там Малахит, да. Вообще обогнет. Не знаю, Пеппер. Данил, стой. Да Пеппер, ты отпушишь. Какие тебе отпушу, бля, я не могу, я не хочу потом проходить. Да делать. Они ничего не сделают, они испугаются просто крипов. Они не будут драться. А шо, 0-6 будет драться, что ли? Пеппер там как-то четко увернулся от моей ульты в край, любому пизда там настала. Я просто не хотел, да, заходить, я предполагал, что там он может... У них синий баф есть. Я очень далеко. Предлагаешь попушить? Не знаю, да не забей. Окей. Игнать через 5 секунд. Алекс, заварди, пожалуйста. Нету. Ты его забрал синий только что на меня. Ой. Подошел без. Не ж голые мы. Да я так ищу проблем. Проблема. Мы сейчас что-то найдем. Нет, на топ ударим. Наверху. Надо пиздец слишком много. Пойдем, Данил. Я его почти забрал. Данил, еще ульты нет, несколько секунд. Ульта 10. Аша бежит там еще. Ашу я поймаю. С чего я сейчас сзади иду? Нифига тут народу. Улетаешь, Генш? Нифига, Генш же там сзади пришел. Генш, иди ко мне. А ТФ где есть инфа? Не-не, он умер, он умер. Номер. Да Малахит, ну нафиг, короче. А Малахит снизу заходит, слышь, Пеппер? Вижу. Прикольно, я ТФ просто зефирами затыкал. Че, я... У меня это, фулл закуп, я готов нашарить. Меня надо 100 голд. Да, Игис. Не надо, да, анти-ТФ собрать. Анти-ТФ это что? Мерки? Или чилю? Наоборот, не или просто, резист. И больше СВЛ. Шарик шарит. Какой еще айти можно корки собрать? Все что угодно. А он синий, нужен? Да. Олег, ты стрел. Давай, давай. Ну я вообще жестко флешем с одним. На топе нужно отбивать тавер. Можно на шора я сейчас заложу, почекаю. Пойдем. Вдвоем осилим? Вдвоем. Нет офка. Да. Вдвоем засилим. Ну вот Алекс мало хп, его барон может завещать. Ничего нет. Я ультану. А ультанешь? У меня ульты не было еще. Давайте еще я пассивкой поработаю. Пойдем. Ты варды прочекал? Да. Блин, да нами выехать сейчас. Я на два места. У меня пуша нет, надо да. Выходить. Я откатился, но... Пошлёшь. Попробуем. Хотя на носе там пятеро, наверное, будет. СТФ ультует, она свиданула, она сидела, видела нас. Да-да-да. СТФ ультанет, будет все плохо. Так что не встревайте жестко. Ну, а Шара только что как бы свалила свою ворону, если чё. Пошли, конечно, дракона заберем. Если мы уйдем, мы спалимся. Да. Все посмотрим, кто наш. Пошли, Малфит, пошли. Да пойдем на шару добьем. Там вы не успеете. Ну как бы. Иго сюда, Данил, пойду сюда, быстрее. Пошли драконы, да там они не придут. Он тут молочит, блядь. Они уже увидели. Я бегу. Поймал.
Накинул, накинул. Не вижу только. Граб через 5 секунд. Я снимаю. Я все зависло. Фото снимаешь дальше. Не знаю, кого-нибудь. А не того. Все нормально. Мне нравится, Алекс. А сюда? Можно сюда встать. Я могу изи притянуть. Сейчас, прямо сейчас. Ну сарака, блядь, фофи стоит нахуй. А вот смотри. Ну, отошли. Да смотри, это теряние времени. Вот и теряешь там, потеряешь. Они сейчас вниз придут, могли их принять. Ну, завардил специально. Ну, то, что я внизу халявный. Никого не интересует. Ладно, я пошел. Слышь, что он гибан какой-то на похуй идти так? Пиздец, я бы такого притянул. Че, да, он на меня прыгнул на бочек. Пиздец какой-то. Потом у меня был хп проблем, все равно. А вас не знаешь, что я антитеф собираю. Ты тебе услышишь уже не два крипа, а три кота. Видишь генфраг на топе? Вижу. Ты думаешь, он нас палит? Я думаю, нет. Че, ульты внизу не было, не, она с ультой есть, че? Она в кусте там бортуется. Ладно. Слышь? Ты это видишь, да? Вижу. Я знаю. Он играет по строте, за меня голды уже не дают. Я поиграю по строте, я догоню вашу. Не догонишь, не догонишь. Он не успеет умереть, он дальше пойдет. А, там будет буйный робот, да. Робо, дайте мне с ним разобраться. Вообще топ пропушу. Я сейчас за синим пришел. Ой, за красным. Синий я тоже хотел забрать, но пришел на красный почему. Когда зефир юзаешь, так медленно, таким медленным становишься. Супер, там есть синий. Я еще притяну через секунду. Ох, ебать. Дайте меня. Еще... А не проще было его просто забрать? Ну все, давай нападай на дракона просто, блядь. Я еще под Жанной, да? Еще у меня зеки еще есть. Жанна, наверное, сейчас рейд будет, да. Что-то оказалось у меня больше дэмэджа, чем у него. Это же ГП-5, парень. Пацаны, сейчас муфи дотягаю. Поехали. Поехали. Слышу, да, да. Ну, а что-то такое. Чё там вэлл было? Вэлл троллит. Нет, не, не.